Вардеш в каком-то смысле можно назвать приветом из прошлого. Вам предстоит снова окунуться в мир огромных скоростей и выскакивающих из ниоткуда преград, совсем как в давней компьютерной игре Speed. Только здесь нам предлагают открытое пространство с постоянно меняющейся планировкой и дизайн окружения, как в фильме Tron. Парк транспортных средств немногочислен. 4 корабля с небольшими отличиями скорости и маневренности. Зато есть ускорители, эдакие спецвозможности, призванные упростить жизнь при встрече с помехами на пути. Но только использовать их можно ограниченное количество раз, а захотите больше, извольте раскошелиться. Выполненная игрушка отличная и однозначно достойна внимания. Все благодаря простому ненадоедающему геймплею, скоростному драйву и стильной трехмерной графике. Только не забудьте одеть наушники, чтобы встроенный динамик не испортил впечатление от звукового сопровождения. А об остальном читайте в обзоре на iPhones.ru.